что-то на радаре. Зачем комбайнам устраивать в этой глуши заставу? Может, это работа комбайнов, а может и нет. Здесь столько опасностей, что сразу не скажешь. Здесь все заброшено. Было когда-то. Интересно, когда в последний раз тут были люди? Жены.
Многовато. Уходим, пока они не прислали подкрепление. Найдем источник питания этого поля. Их все больше! Уничтожь пулемет, Гордон. А вот и источник питания поля. Ха, они позаботились о защите от посторонних. Попробуй отключить щиты, чтобы ты подобрался к реактору. Ага, похоже, я смогу их отключить, но тогда мне придется остаться здесь. Попробуем. Прости, Гордон, здесь плохо пахнет. Я не могу тебе помочь. Попробуй выключить реактор. Однажды это станет сюрпризом.
Должно было сработать. Посмотрим, что с полем. Будем надеяться, больше комбайны нам не попадутся до самой белой рощи. Сигнал. Этот звук. Смотри, там торчит антенна. Это белая роща. Ладно, мы в двух шагах от базы. В крайнем случае дойдем пешком. Приятно, что часовые белые рощи не дремлют. Что это? Это страйдер. Thank you.
Песик, ты жив? Песик, песик, очнись. Ты живой? Как ты меня напугал? Все контакты целы. Эй, вы живы? Все хорошо. Цел? Уже хорошо. Мы вас ждали. Идите вдоль ручья, затем переправьтесь на ту сторону. Выйдите прямо к Белой роще. Тут не заблудишься. Так и сделаем. Спасибо. Ладно, идем. Гордон, приведи машину и сыграй их побыстрее. Хороший мальчик. Похоже, нам опять нужна твоя помощь. Не возражаешь? Молодец, песик! Ну, пес, давай к базе на перегонки. Поднажми, Гордон. Пустите их! Спасибо! Мы и так и поняли, что это вы, когда пес встрепенулся и помчался куда-то. Я была рада ему как никогда в жизни. Вот мы и Белые рощи. Мы успели вовремя. Наконец-то мы в безопасности. Здравствуйте, док. И как раз вовремя. Здравствуйте, док. Алекс, доктор Фримен, сюда. Привет. Как мы рады, что ты наконец-то здесь. Да, мы слышали, что с вами приключилась небольшая неприятность. Комбайны решили пойти напролом. Надеюсь, теперь они усвоили урок. Не возражаете, если мы оставим пса охранять снаружи? Нет, нет. Пес, ты все слышал? Я пойду к папе. Увидимся позже. Береги себя. Думаю, Элай не знает, что вы уже здесь. Он в первом отсеке шахты. Сюда, пожалуйста. Ну что? Чувствуешь? Я уже ничего не чувствую. И ты, и я. Ну что? Понял, что это? Так, что дальше? Получается, что... Всем вернуться к работе. Очередная ложная тревога во втором отсеке. Идем на прогулку? Узнаю доктора Магнусона. Ты когда-нибудь держал в руках АВ-2? АВ-2? Нет. Эй! Гордон, ты пришел? Папа! Алекс! Я боялась, что больше тебя не увижу. Ну-ну, детка, все хорошо. Теперь мы вместе, это главное. А ты просто молодец, сынок. Я знал, что вместе вы преодолеете любые препятствия. Да.
Вместе у нас неплохо получается. Вот и слава, потому что поле снято. И теперь нам всем нужно выполнить свой долг. Папа? Станешь костить старика за то, что он мечтает о мне? Что с тобой сделали? Нет, нет, все в порядке. Ты уверена? Не хочешь показаться врачам? Правда, все отлично. А где доктор Клейн? Надо скорее отнести ему данные. Да, да, конечно. Он будет рад поводу выбраться из шахты. Сюда, Гордон. Они с Магнусоном постоянно огрызаются друг на друга, как будто до сих пор соперничают за грант. Некоторые вещи не меняются. Есть предположение, сколько у нас времени до открытия сверхпортала? Точно мы не знаем. Поэтому не спускаем с него глаз. А комбайны? Мы успеем запустить спутник до того, как они начнут штурм? Нам придется нелегко. Одного единственного страйдера хватит, чтобы сбить ракету. Но мы готовы к встрече. Прости, что мы пришли так поздно, папа. Не переживай, Алекс, все будет хорошо. Я так рад, что мы снова вместе. Я рада вернуться домой. О, конечно. Ого. Ты мечтал, чтобы великий Клейтер выдал мне скучный во время влияния инструменты. И держи своего мозга, совокупляются подальше от моей ракеты. Послушай, Магнусон. Не надо переводить на личности. Боже правый, Илай, что же ты не сказал, что они уже тут? Не переживай, Изи, они появились здесь минуту назад. Дорогая, вот это облегчение, вот это радость. Наконец-то ты здесь. Гордон, я смотрю, вы с костюмом прекрасно друг о друге заботитесь. Они просто неразлучны. Данные! Главное, данные! Ты собираешься заняться синхронизацией спутника? Или нам отложить запуск, чтобы ты мог дружить, обниматься и наплакать? Что, мне нельзя поздороваться с Алекс и Гордоном? Правильно. Я тут работаю без передышки, пока вы устраиваете торжественный прием. Давай, давай. Я только хотел сказать, ведь они могли... Не обращайте на него внимания. А теперь, дорогая, отдай мне диск с данными. Если я еще хоть немного задержусь, он будет припоминать это мне до конца жизни. Держите, доктор Клейнер. Тут огромный объем данных. Что самое странное, пакет был прикреплен к сообщению Джудит. К сообщению? Джудит? Хочешь сказать, вы его не получили? Надо немедленно его посмотреть. Я расшифрую код. И мы посмотрим его из вспомогательного центра управления. Скорее. Да-да, всю секунду. Очередная тревога? Почему мою работу все время прерывают? Алло? Кто дежурный? Кто-нибудь? Целый день одна ложная тревога за другой. Проклятые вороны устроили гнезда прямо посреди рельсов. В этом шуме невозможно сосредоточиться. Фримен, тебе все равно нечем заняться. Сходи и посмотри, что на этот раз с шахтой. Да, Гордон, если не возражаешь, проверь, что там такое. Нам всем будет спокойнее. Присоединяйся к нам, когда закончишь. Фримен. Заблокированы по тревоге, так что тебе придется идти по дну пусковой шахты. Я открою люк, через который ты спустишься вниз. Я предупрежу Урию, чтобы он впустил тебя во второй отсек. Тем временем я жду от персонала шахты объяснений по поводу того, почему они не могли сделать этого самостоятельно. За внимание.
Фримен, Магнусон велел мне пропустить тебя во второй отсек. Во второй отсек можно попасть отсюда. Фримен, боже мой, сколько можно возиться? Шум не дает мне сосредоточиться. Никогда еще не встречал столь наглых пернатых. Смотри, что это? Вот сюда. Тебя прислал Магнусон. Боже мой, это они. Они. Внимание, внимание! Говорит доктор Магнусон. Прорваны внутренние линии обороны базы. Мы пытаемся локализовать точку прорыва.
повторяю. Прорыв во втором отсеке шахты. Тебе доверено изолировать отсек. Слышишь? Тебе доверено изолировать от всех. Возьми аптечку. Слава богу, ты жив. Эта часть позади. Мы не могли попасть внутрь, пока ты не запечатал шахту. Двери бункера были заблокированы. Воистину, это печальная правда. Обрадуй-ка я папу, что с тобой все в порядке. Папа? Да, Алис. Все хорошо? Гордон не пострадал? Все в порядке, папа. Благодаря Гордону, папа. Мы сейчас подойдем. Пускай Фримен следует за нами. Ступай за мной, Фримен.
Если Алекс Венс примет на себя роль сопровождающей Фримена, я вернусь к своим почетным обязанностям. Конечно. Спасибо за помощь. Доктор Кляйнер сказал, что Джудит улетела на север сразу же, как они прибыли сюда. Но он не сказал, зачем. Полагаю, я обнаружила местонахождение проекта. На данном этапе сложно оценить размер разрушений и сказать, осталось ли там что-нибудь, что могло бы навести Альянс на наш след. Я смогу высказать первые предположения уже через несколько часов. Если объект там, где мы думаем, понадобится не более... Прерываю трансляцию, кажется, нас засекли. Нельзя было ее отпускать. Не смог бы ее удержать. Погоди. Тут есть что-то еще. Это же Борей. Боже правый. Невероятно. Что? Борей? Он действительно существует? Да, да. Несмотря на свой мифический статус, это реальный корабль. Наши коллеги из лаборатории исследования природы порталов открыли довольно многообещающий проект. Но они так спешили обойти черную мезу и получить грант, что пренебрегли стандартными мерами безопасности. Мы слышали, что корабль просто исчез. Испарился со всей командой. Все думали, Борей сгинул навеки. Лучше бы он сгинул. Да, но теперь мы сможем использовать его против комбайнов. Использовать? Да его надо уничтожить. Но подумай о том, какой это козырь для человечества. Таким мощным оружием нельзя разбрасываться. Черная меза так ничему тебя и не научила? Такую мощь невозможно контролировать. Илай, риск, конечно, есть, но... У нас в руках координаты, чертежи, радиочастоты. Со стороны доктора Мосман было очень умно зашифровать их в этом сообщении. Значит, она все еще жива. А если ее схватит комбайн, они вытянут из нее все, что ей известно. Полностью разрушив мозг. Но вовсе не обязательно, что... Я не стану полагаться на случай. Я лечу за ней. Папа! Илай, если и может быть что-то хуже, чем пленение Джудит, это твое пленение. Пускай она что-то знает о Борее, но в твоей голове все планы сопротивления. Папа, доктор Кляйнер прав. Мы с Гордоном отлично справимся. Мы вернем ее. Кляйнер! Почему данные еще не расшифрованы? О, нет, данные. Магнусон, я тружусь в поте лица. Осталось если совсем немного. Если ты ждешь разрешения от комбайна, скоро они лично прибудут, чтобы тебе его передать. Я постараюсь как можно скорее. Вернусь, как только все будет готово. Папа, что с тобой? Хватит. Я не позволю, чтобы это повторилось. Только не новая черная меза. Папа, будь готов к непредвиденным последствиям. Что ты сказала? Папа, ничего, все хорошо. Обопрись на меня. Ты едва стоишь. Спасибо, милая. Через минуту-другую. Мне станет легче. Хорошо. Тебе что-нибудь принести? Да, если не трудно. Чашку чая. В зале для персонала есть чайник. Вскипяти, если он... Я мигом. Гордон, присмотришь за ним? Я никуда не тянусь, милая. Спасибо, малышка. Непредвиденные последствия. Последний раз я слышал эти слова в черной меди. Ты вошел в испытательную лабораторию, и вдруг он прошептал их мне на ухо. Ты знаешь, о ком я говорю. О нашем общем друге. Когда он принес кристалл, я понял, что испытание надо остановить, но не остановил. В тот день мир рухнул в тартарары. А теперь он использует мою девочку. Говорит ее устами. Будь он проклят.
Мне следовало знать, что он спас ее из каких-то чертовых личных соображений. Гордон, мне столько надо тебе рассказать. Между нами, наконец-то, у нас есть возможность. Держи. Все в порядке? Конечно, нет. Наши планы меняются. Мы не сумеем произвести запуск, пока эти страйдеры... О, простите, что прерываю ваш чаепить. Если желаете, я подожду, пока вы закончите. Все в порядке, детка. Фримен, кажется, я нашел тебе идеальное применение. Идем, скорее. Поговорим потом. Я вас догоню. Скоро здесь будут страйдеры. Любой из них способен уничтожить нашу ракету. Нет смысла запускать ее, пока есть угроза. Ты доказал, что умеешь преодолевать трудности, и персонал тебя уважает. Я передаю судьбу Белой Рощи и мое новое гениальное оружие в твои руки. Мы называем его попросту устройство. Не то чтобы я тешил этим свое тщеславие, а просто это название удивительно прочно. Эй, поживее! Прогреть портал! Итак, это что-то вроде бомбы липучки, только немного сложнее. Все, что тебе надо сделать, прикрепить ее к корпусу страйдера, а затем взорвать. Я не успел изобрести механизм, способный подбросить ее на такую высоту, но... Твой манипулятор энергетического поля нулевого уровня справ. Идем за мной. Успеешь потренироваться, пока еще есть время. Без паники, Фримен. Этот страйдер уже никому не причинит вреда. В боевых условиях мы будем передавать тебе устройство Магнуссена через подобные мини-порталы. Эти устройства отключены ради безопасности базы. В отличие от боевых, они не могут взорваться. Вот так. Теперь целься в корпус страйдера. Как видишь, устройство довольно хрупкое. При промахе оно мгновенно дезинтегрируется. Теперь достань любое оружие и выстрели в бомбу. Вот и все. С близкого расстояния все выглядит элементарно. Учти, что боевая цель при этом будет двигаться и... А теперь несколько усложним задачу. Урия, передвинь мишень на дальний конец рельсов. Не так уж и просто, а? Целься в панцирь. Не правда ли? Когда решишь, что набил руку, вернись. Обрел уверенность. Твоя машина заправлена и готова ехать. В каждой постройке долины есть такой мини-портал. Так что бомб у тебя будет предостаточно. Мне пора вернуться к ракете. Надеюсь, ты не разобьешь мои иллюзии и моих магнуссенчиков. И еще, Фримен, если ты справишься как надо, я прощу тебе то фиаско в черной мезе. Думаю, ты понял, о чем я. О некой истории с кастрюлькой для микроволновки.
Доктор Фримен, посмотрите. Я позволил себе немного усовершенствовать вот здесь. Здесь я соорудил полочку для устройств Магнуссона. А еще подкрутил радар так, чтобы он показывал комбайнов красными точками. А если вы заблудитесь, он будет посылать сигнал на ваш костюм, чтобы вам было легко отыскать машину. Можете меня не благодарить. Взгляните на карту. Мы сейчас здесь, на южном краю долины. Остальные ребята тут, у старой лесопилки, к северу отсюда. Найдите их, и они посвятят вас в план ведения боя. Я останусь здесь, чтобы наблюдать за сражением и докладывать об изменениях обстановки. Удачи! Лесопилка там, в дальнем конце долины. Периметр чист. Никаких следов вторжения. Будьте начеку. Прислали мне в помощь Фримена? Отлично. Мы насчитали с десяток страйдеров к северу отсюда. Наша задача — не дать им пробиться к южной базе. Если они подойдут к шахте на расстоянии выстрела... Запуск, считайте, сорван. Будто этого мало. Разведка донесла, что их сопровождают охотники. Смотрите, чего я от вас... Тревога! Прорван северный периметр. На нас движется страйдер со стороны кранов. Ну нет. Боже мой. Занять оборону. Давайте. Фу, вот и все. Все готовы? Надо остановить их. Запомни, мы отвлекаем, Фримен стреляет. Ах, не нравится мне. Охотник скинули пушку. Огонь по охотникам. Лесопилки. Периметр чист. Никаких следов вторжения. Будьте начеку. Thank you.
мне в помощь временно? Отлично. Мы насчитали с десяток страйдеров к северу отсюда. Наша задача — не дать им пробиться к южной базе. Если они подойдут к шахте на расстоянии выстрела... Запуск, считайте, сорван. Будто этого мало. Разведка донесла, что их сопровождают охотники. Ближе. Смотрите, чего я от вас Тревога. Хочу. Тревога. Прорван северный периметр. На нас движется страйдер со стороны кранов. О, нет. Боже мой. Занять оборону. Давайте. Фу, вот и все. Все готовы? Надо остановить их. Запомни, мы отвлекаем, Фриман стреляет. Не нравится мне все. Эй, сосредоточьтесь. Мы прыгаем, начинаем огонь. Фриман сделает всю тяжелую работу. Лесопилки. Комбайны не любят сдаваться. Смотрите в оба. Похоже, их охраняют охотники. Они держатся единой группой. Страйдер у водонапорной башни.
охраны кранов. Так держать! Вы почти всех уничтожили! Еще один страйдер со стороны того, что осталось от лесопилки! Страйдер замечен у кранов. Thank you.
еще страйдер у водонапорной башни. Со стороны кранов. Еще один у лесопилки. Они появляются отовсюду. Сейчас у водонапорной башни. Thank you.
уже почти у шахты! Не подпускайте их! Получилось! Мы отстояли базу! Хорошая работа, ребята! Внимание! Внимание! Атака страйдеров отбита! Всем отрядам вернуться на базу немедленно! Повторяю, всем отрядам вернуться на базу немедленно! Ого, Гордон, ты был великолепен. Идем. Это почти готово к запуску. Портал готов открыться, но доктор Магнусон уверен, что мы успеем это предотвратить. Фримен, я вижу, устройство Магнусона сработали безупречно. Я чувствую необходимость лично поблагодарить тебя за спасение моей ракеты. Так что, спасибо. Довольно болтовни. Пора запускать ракету. Мне на миг показалось, что он тебя обнимет. Полезный груз, то бишь спутник. Галочка, галочка, галочка. Идем в центр управления. Оттуда удобно наблюдать за полетом. Ты сам его проверял? Видишь, что такое? Полет прерван. И снова лифт. Пока ты там развлекался, я нашла старый вертолет и подлатала его. Все готово к отлету. Нам не дают скучать, да? Погоди. Вес полезного груза превышает норму почти на 5 килограмм. Нет смысла из-за этого откладывать старт. Мы тут. Наконец. А, Гордон. Ты дрался как сам черт, сынок. Не будем забывать, что устройства Магнуссона сами уничтожают страйдеров. А мне кажется, Гордон им здорово помог. Предлагаю отложить собрание клуба любителей обоюдных восхвалений на после старта. Полагаю, мы готовы начать автоматический запуск. Предоставим эту честь Гордону. Я нисколько не возражаю. Гордон, твой выход. Створки шахты открыты. Всем занять свои места. Подать топливо в главные двигатели. Приготовиться. 10 секунд. 9. Начинаем запуск. 7, 6, 5. Пошла, пошла. 4, 5. Летит! Да. А и правда летит. Вот ты. Еще так летит. Взять себя в руки. Да. Невероятно. Праздновать победу. Надо вывести спутник на заданную высоту и транслировать сигнал. Совершенно верно. Время уходит. Еще немного, и было бы уже поздно. Все ведь получится, правда? Обязано получиться. Как только ракета окажется в непосредственной близости от портала, мы запустим зенрезонатор. Предлагаю выйти наружу. Люблю наблюдать фейерверк на открытом воздухе. Это будет невероятное зрелище. Жаль, нам с Магнусоном нужно снимать показания полета. Вы не хотите нас проводить? Разумеется, как только освобожусь. Ни за что не отпущу вас, не попрощавшись как следует. Хорошо. Ловлю вас на слове. И вас, доктор Магнусон.
Да-да. Мы догоним тебя, милая. Гордон, послушай Лас, меня. Вот ты где. Чем дольше я о нем думаю, тем больше оно не дает мне покоя. Это Борей, вне сомнений. Не обманывайся. Его нельзя извлекать на свет Божий. Его необходимо уничтожить. Любой ценой. Ну где же вы? Все пропустите. Уже идем. Гордон, спасибо за все. За Алекс, за всех нас. Я горжусь тобой, как гордился бы собственным сыном. Когда ты вернешься, нам о многом надо будет поговорить. Да где вы? Илай, Гордон, Алекс, портал начинается. Мы запустили резонатор. Остается ждать. Ух ты! Боже мой! Да. Получилось! Получилось, Гордон! Еще как закрыли! Ну, как раз вовремя! Я же говорил! Я гений! Бьюсь об заклад, комбайны сейчас психуют. Это точно, милая. Время праздновать серьезную победу. Жаль, что вы сразу же улетаете. Если бы не важность этого дела... Ничего, папочка. Мы найдем Джудит и вернемся. Пес? Эй, куда ты? Что ему в голову стрелял? Не убегай далеко! Вот и наш вертолет. Заправлен и готов ко взлету. Будьте все время на связи. Никто не знает, что вас там ждет. Не волнуйся, папочка. Все будет хорошо. Алекс, мне жаль, что на твою долю выпало столько испытаний. Будь мама жива. Папа. Пойдем, Гордон. Идем, Гордон. Вертолет готов. Ничего не забыли. Вроде ничего. Доктор Кляйнер дал нам координаты Борея. Мы останемся на прежней радиочастоте. Вдруг Джудит решит еще раз с нами связаться. Отличная мысль. Она вполне может повторить попытку. О нет, папа! Гордон, помоги! Папа! Алекс! Папа! Беги! Слушай, этот корабль должен быть уничтожен. Чего бы это ни стоило? Уничтожен! Нет! Папа, берегись! Нет! Папа! Папочка! Черт возьми, отпусти его! О, Господи! Детка, закрой глаза. Я люблю тебя, папочка. Не смотри. Нет, нет, Боже, нет, нет. Гордон. Пес. Папа. Папочка.